Ярославцы попрощались с БТРом. 15-й Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России» торжественно закрыт. Под занавес выступили выпускники знаменитой «Щуки». Артисты показали на сцене первого русского комедию «Бомарше. Женитьба Фигаро». Вручены дипломы и названы лауреаты. Как мысли черные придут, откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро». Советовал классик, уравнивая по веселости оба процесса. И когда у всех перед глазами знаменитый спектакль театра «Сатиры», взяться за «Бомарше» – большая смелость. Но вахтанговцы справились, благодаря мастеру курса Кириллу Пирогову и режиссеру Галине Тюниной. Сложно, когда ты внутри, оценивать объективно, как он принимает. И стараемся об этом не думать, лично я. Мы, конечно, это обсуждаем. Здесь очень большой масштаб, и это что-то новое для нас, это точно. Какая-то такая атмосфера. Актеры вот проходили мимо, в партере сижу, такие прям экспрессивные, не знаю. Очень мне понравилось. Костюмы такие, кружева, аккуратненькие, так все. Ой, такая вот атмосфера очень приятная. Французскую легкость и фейерверк интриг – вот что увидели зрители в последнем спектакле фестиваля. Постановка, что называется, крайняя и для курса. Разлетятся молодые кадры по стране, биржа БТР способствует трудоустройству театральной молодежи. Студентов учили, как наилучшим образом составить цепочку – контракт, деньги, спектакль. Понятно, что сейчас только первичное общение, но я думаю, что очевидно, что и кто-то найдет свой дом, кто-то получит свой первый контракт, а кто-то просто получит опыт общения на таком уровне. Потому что современный артист, успешный современный артист, должен уметь выстраивать вот эту коммуникацию. Внутри форума работала режиссерская лаборатория и Шишигинская школа «Интенсив». Это была работа с 5 театральными школами. С нами был Луганск, с нами был Крым, с нами был Новосибирск, Воронеж, Саратов. И педагоги вчера получили дипломы о повышении квалификации, а ребята получили, конечно, огромный опыт. И апофеоз 7 фестивальных дней. На сцене первого русского вручены 3 диплома. События фестиваля. И еще 3 специальных – за лучший актерский ансамбль, за точность исполнения и приверженность традициям. Марина Смарагдова, Василий Мосин, главные телевизионные новости.